Это давеча, и мы продолжаем. Задолженность по зарплате погасили, но проблему это не решит. Так прокомментировал ситуацию с перевозками в Вятских Полянах и пригороде финдиректор Вятско-Полянской автоколонны Вячеслав Царюк. Напомню, в конце прошлой недели сотрудники Краснополянской автоколонны заявили, что не выйдут на работу, пока им не выплатят зарплату. В итоге долги погасили, сейчас автобусы работают по расписанию. Однако, как заверяет Вячеслав Царюк, проблемы Краснополянской автоколонны на этом не заканчиваются. С его слов, у предприятия огромные долги за топливо, у многих машин не пройден техосмотр, нет страховок ОСАГО. Компании грозит лишение лицензии. Правительство области, утверждает эксперт, решило ликвидировать убыточное предприятие. Маршруты планируется передать Киров-Пассажиравтотрансу, тем самым создав единого регионального перевозчика. Работникам Краснополянской автоколонны предложили написать заявление по собственному желанию и уволиться без гарантии трудоустройства у Киров-Пассажиравтотранса. Но по Трудовому кодексу о массовом увольнении надо предупреждать прокуратуру как минимум за 3 месяца. При сокращении штата, согласно Трудовому кодексу, выплачиваются как минимум еще 2 зарплаты. Да, надо еще уведомить центр занятости об этом. Ну, соответственно, там руководство Краснополянской автоколонны решило сэкономить денег и просто предложить людям уволиться по собственному желанию, чтобы не выплачивать вот эти деньги.